Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Да бля, я же сказал, не знаю, куда полноценный гроб. Ёбаный гроб, пацаны, чё. Дрался, я же отвечал на этот вопрос. Бля, давно очень. Не приходится. Можно все спокойно решить за минуту. Просто словами. Главное знать, что говорить, как. Но иногда, конечно, не избежать, да, все знают. Ничего нового не рассказываю. Так, надо опять перейти дорогу. А то одни инста куски, блядь. Да, я вот тоже хотел бы уже послушать все полностью. Но там, скорее всего, половина из того, что есть в инсте, просто не выйдет. Потому что я говорю опять, подумал, что часть того, что есть, ну, я написал себе там заметочки, что я возьму на релиз, я это просто благополучно уберу на синглы. Хуй пойми, когда дропнет. Дреды не стоят вообще нахуй. Заебешься. Будешь часа сходить. На лысо, ну бля, когда заебут по-любому, что делать? Цыга, привет. По какому поводу транса? Да без повода, просто решил, что вот хочу ее включить, пообщаться. Не потому что, блядь, мне там вообще не хватает. Хотя, может быть, хуево, не знаю. Есть татуировки на пальце, как у опасного типа. Не буду отращивать бороду, у меня он хуёво растет. Бля, трек я по-любому дропну до релиза, еще и клип, еще причем не один. Я не знаю, во сколько лет я начал работать. Знаете, я не начинал над ним работать конкретно. Это просто рандомный вообще никнейм. Это, если кто-то не знает, это есть такая фирма кроссовок, короче, скейтерский называется. По-моему, так и читается. Это Настя, только пишется по-другому. Ну, я недолго думаю, просто поменял буквы, короче. И подумал, что я очень охуенный кипрос так придумал. Микрофон стучит. Вот так буду держать. Лучше, чем вчера. Да, лучше, чем вчера будет. Ха, камбэк в качалочку. Я недавно, короче, туда заходил. У меня здесь недалеко от дома есть зал. Я в него зашел. Спросил, как там вообще дела. Смотрел на оборудование, сказал, ну все, вечером ждите меня. И все. Вот так. Нет, цифра 13 микрофонов. Каролин Янг, я не могу отвечать на этот вопрос. Сам знаешь, большой брат всегда следит. Я когда на автограф-сессии, ты был какой-то приторможенный, другому спешалки показать. Ты либо влево, либо вправо. Либо влево, либо вправо? Да, не больше так. Ну, бля, я же не вижу.
можно заниматься. Не, с травмой шеи можно заниматься, но очень аккуратно. Потому что можно потом просто на стульчике присесть. Да какие рамсы, блядь? Успокойтесь. Дропни крючок. Да, дропни по-любому. А, сейчас покажу. Вот, мужчина. Давление посадил. Бля, чувак, я, короче, такой хуйней занимался, знаешь же, при тренинге, при тренировочном комплексе, а раньше, блядь. Раньше там была герань, ее убрали. И я хуячил, короче, с типом. Мы замешивали, в шейкер наливали Red Bull. Замешивали там Хима Рейдж, когда в нем была еще герань. И, по-моему, то ли Джек 3D мы туда, короче, сыпали, то ли что. Короче, смесь ядерная была. Я не понимаю, как, блядь, у меня желудок еще остался нормально функционировать. И я, в принципе, блядь, не стал вот так вот ходить, трястись. Так что при тренинге, блядь, вообще страшная хуйня. Ты вообще мог после... Да, да, спокойно. Я могу, короче, ставить себе банку Red Bull возле кровати, просыпаться, просто отхлебывать и дальше спать. Я не знаю, что это за хуйня, но я считаю, что это очень неправильно я поступаю. Но я не знаю, как быть. Гастро главное. Да, да, да. Ну, да, это плохо. Делать его сегодня, короче, у нас консультация, да, по залу бесплатная. Я спросил, ем дохуя, но вес не могу набрать. Значит, не дохуя ешь. Вот я ел дохуя. Прямо. Когда, короче, тренили уже какие-то, да, на 104 человек занималось. Мы ждали, блядь, страшно. В автобусах, в трамваях, блядь, все, ну, короче, стабильно. Там гречка, мясо, яйца, творог, причем в огромных количествах, вот титанических каких нельзя просто, наверное, есть таких, наверное, только про, блядь, на один пьешь жрут. Ну, блядь, хотелось просто быстрее набрать, и такая хуйня получилась. Стиль музыки, все заебись. Больше всего, если танцевать, такое ритмическое, то геридж, то, что я делаю. А так, в принципе, все заходит, просто выборочно очень. Battle с Муфас. Я не знаю, меня же там не было, откуда я знаю. Ну, бля, если ты весил плюс 95, это нормально. Но если качество у тебя было, ну, скажем, не самое лучшее, то эти 95 только тебе жить будет мешать. Потому что я когда уходил за 95, я так нормально, короче, это заплывал. И больше так не хочу. Ну, думаешь, короче, что ты здоровый такой, типа. А на самом деле просто как колобок, короче, выбегаешь. Думаю, что это круто. Двадцатку он стоит, ребят, двадцатку или пятнашку. Почему в куртке? Ну, это кардио. Водичка, чтобы выходила. Про колобка жиза, ну вот. Не только у нас с тобой. Мне нравятся ребята, которые тоже за 95 набирают. Ну, они жирные, короче. Но ходят, блядь, так, как будто вот катлер просто вот идет. Очень серьезно. Так, а что там у меня по зарядке? Thank you.
Код Red, пожалуйста. Заходите, покупайте. Я там даже ни разу не был. 90 просто жиза. Бля, 90 в нормальном качестве это все. Вот. Зачем больше, я не понимаю. В 90 можно, блядь, просто с ноги в голову дать, и череп расколется, по-моему, блядь. И дальше, ну, уже пиздец, уже тяжело. За пакет, не, это хоть пиздец. Вот этот вопрос такой интересный. Чем планируешь по жизни заниматься? Музыка же не будет, я всю жизнь кроме, конечно, не будет. Зачем? Вот вообще я не понимаю даже, зачем я этим занимаюсь. Думаю, вот, в офис пойду. Посижу за компьютером. Не знаю, что сейчас еще модно. Не знаю, на бирже, наверное, вот биткоин, короче. Писать везде на странице слово биткоин. И может я даже посещаемость увеличится. Ну, как-то так, наверное. Не, я не в МВ. Я вот прохожу сейчас здесь. Вот. Екатеринбург, церковь, все нормально. Все как нужно. Волнение перед выступлениями, да. Оно есть всегда, оно, наверное, и будет. Но не сильно, я бы не сказал. Просто нужно правильно, наверное, как-то себя... Не знаю, короче, не то, что подать. Просто выходишь на сцену, первый трек отыгрываешь. И если люди тебя нормально принимают, то волнения уже нет никакого. А чё волноваться, типа, ты едешь на концерт, на свой, и люди туда идут посмотреть на тебя, а чё волноваться, типа? Не хочешь долбоёбом себя показать? Ну, блядь, притворяйся тогда кем-то другим, и не будешь долбоёбом. У меня тату есть, ну да, ну, бля, есть же дохуя способов, как скрыть тату. Да это рофл, блядь, про офис, лоб. Зал — тупая трата времени и денег, как и жизнь, братан. Понимаешь, блядь, видишь, я философ такой.